Скажите, пожалуйста, можно ли при предпочтении еды беременной предугадать характер ребенка? Свиной, шашлык, мясное, жареные кабачки, персики, томатный сок или по активным движениям не любит, чтобы мама спала на левой стороне? Нет, это не имеет никакого значения, характер от этого не меняется. Характер женщина сама создает во время 9 месяцев беременности. Каким образом? Вот смотрите, человек живет 100 лет. Каждый год соответствует одному месяцу вынашивания ребенка. То есть в случае, если вы вынашиваете ребенка, у вас радость, то тогда 10 лет жизни он будет радостным. Поэтому для того, чтобы у него был радостный, счастливый характер, на протяжении дня делайте все для того, чтобы вам было радостно, чтобы было много счастья. Женщина во время своего 9-месячного цикла программирует своего ребенка и программирует его характер. У вас хорошие, позитивные какие-то состояния, вы радуетесь, у вас приподнятое настроение, ребенок всегда будет активным с приподнятым настроением. Если у вас депрессия, злость, у ребенка будут депрессия, злость и так далее. Именно поэтому нужно женщине максимально создавать условия, при которых она будет чувствовать приподнятое настроение, спокойствие, радость, там, любовь и так далее, наполнять жизнь будущего ребенка. А от еды особо ничего не зависит.